Ну что, давайте пробовать дальше. Куда нас теперь приглашают? Какие-то у нас здесь вероломные заросли. Шарообразные друзья мои. Так, ты можешь сюда залезть? Вряд ли. Я так и думал. Идем. Так, нам надо сюда забраться, забрать фиолетовое кольцо, наверное, там, да? Или это фолиант? Безделушка добытчика какая-то, что она дает? Увеличит количество вероломов на 50%. Ну, лом-то нам не нужен. От слова совсем. Нам бы железо бы закаленное бы, да побольше. Вот это я понимаю, было бы неплохо. Какие-то у нас тут двери, да? И как я понимаю, они закрыты. Я до этого кольцо таскал, которое учило 100. Добытое. Добытчика лома. Чё там? Кого-то там дуплишь. А? Да ёп. Твою мать. Что его два босса, блин. Давайте, герои. Пойдем-ка. Что-то карта прям какая-то здоровенная. Немного в боулинг поиграем, да? Вариант знаний. Да уж, плохо дело. Да что плохого, все нормально.
Да вы чё, уроды, а? Спасибо. Идем. Ну-ка. Так, а куда бежать-то? Здесь вроде все открыто, да? А нет. Так, по карте. Так. Так, там есть проход. И это не основной проход, который нам нужен. Это не основной проход. Ну, давайте зайдем, посмотрим. Собор предзнаменований. Здесь хотя бы коридорная уже карта, уже проще, да? Странно. Вообще странно. Ну-ка. Короче, понятно. Надо что-то активировать, чтобы что-то открыть. Ой. Давайте-ка вначале пошаримся здесь. Солнце, луна. Так, начало. Нам, походу, нужно открыть двери. Я так понял, да? И символы. Так, здесь есть два рычага. Правильно? Правильно. Нам нужно теперь выставить их так, как нужно. Так, а здесь что? Книга. Солнце, луна, жизнь, разоритель, лань, смерть. Бедствие. Кровавая луна. Это подсказки. Так, теперь давайте думать. Так, у нас есть раз рычаг, два, три. Три рычага есть. Нам нужно выставить их правильно.
Так, вот этот рычаг поворачивает у нас два круга. Вот этот поворачивает все шесть символов. Вот этот поворачивает чисто треугольник. Понятно. Шесть, да? Ну-ка, давай-ка. Угу. Ну и надо повернуть слева, чтобы вот эти все механизмы были, так сказать, в кругу. Вот и все. Ну-ка, подожди. Так, это работает так. Вроде как, да? Теперь нам нужно везде расставить тень. Так, это понятно. Это не здесь. Вот и все. Хм. И что нам здесь выдали? Интересное. Стрелец. Прям как я. Винтовка стрелец. Хера себе. Ну-ка, давайте-ка посмотрим на эту винтовку. 98 дамаг, магазин 1, патрон. Свездопад. Ну так-то ничего. Можно попробовать. Так, ну дверь-то эту мы не откроем, да? А как тогда их открыть? Надо эти двери как-то открывать, надо подумать. Так, если там у нас, допустим, так, подожди.
Два, да? Что это нам дает? Кровавая луна. Так. Мы сейчас сделали надежду, правильно? Мы добыли лук. Кровавая луна. Нам нужно разобраться, что сделать здесь. Так, это у нас идет... Разоритель, да? Это у нас идет луна. Так, а чё не то? Так, надо как-то эти двери открывать, надо тут что-то совмещать. Чтобы открыть эти двери, сука. Подожди, вот это у нас идет бедствие, да? Так, нарисован символ треугольника здесь у нас получается, да? Луна вот... Треугольник, солнце кровавое, да? Угу. Нам нужно сделать по-другому. Так, подожди. У нас здесь где вход-то? Так, у нас вход, вот он, да? Вход у нас здесь. Надо поменять символы. Подожди. Так, вот у нас лань получается. Это у нас лань. Так, теперь давайте думать, как здесь все повернуть. Так, это идет у нас вот так. Нет, не то. Зерно веры. Так, зерно веры. Что оно дает? Его подарил он сам лань, он теперь тебе жизнь. Материал для создания предмета. Так, лань мы сделали. Теперь надо сделать надежду.
А, то есть и дверь закрылась, да, автоматом, как только мы переключаем механизм, да? Хорош. Ну-ка. Это все понятно, это не то. Блин, нам надо собрать кровавую луну. Что-то я не то собрал вообще, затупил опять по новой. Подожди. Кровавая луна. Так, кровавая луна, отлично. Теперь нам надо наложить на них. Так. Не то, подожди. Так, а если мы сейчас вот так сделаем? Вот. Это раз. Теперь нужно с тех двух переместить на эти две. И тогда должно получиться. Вроде как. Так вот. Два сундука. Что это такое? Прочный вот. А, понятно. Ну все, валим отсюда. Все плюшки мы собрали. Здесь вроде ничего больше нет. Выходим, сохраняемся и заканчиваем на этом. Нам, получается, надо отправиться, отправиться в вероломные заросли. Ну что, разгадали мы еще одну загадку, ребята. Давайте, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, берегите себя. Мы погладим нашего любимого песика на прощание с этим видео. Удачи, ребят, берегите себя.